Прошла СНГ-78. Подскажите, выйду ли я замуж в этом году? Милые мои зайчики, когда вы говорите, я прошла СНГ-78, это говорит о том, что вы просмотрели это СНГ и выполнили упражнения и обряды вместе со мной. Я хочу еще раз вам сказать, в случае, если человек живет по принципу воли, то это говорит о том, что он сам создает события в своей жизни. Если вы хотите, чтобы события в вашей жизни происходили, то вам нужно практиковать такое сангая хотя бы 3 раза в неделю. И, скорее всего, если нет никакого предназначения выйти замуж и никак ничего там вам не светит, скорее всего, со временем, возможно, через 3-7 месяцев постоянных практик, которые связаны с этим сангая, могут вам помочь выйти замуж. Если вы один раз просмотрели и считаете, что это как-то изменит вашу судьбу в скором времени, большой процент того, что ничего и не произойдет. Дело в том, что ваш организм, он адаптируется, энергетика адаптируется, много чего происходит. И этот процесс длительный. Почему? Видимо, от того, что вы до сих пор не вышли замуж, формировался какой-то процесс. Он формировался внутри вас, он формировался в виде паттернов, воспоминаний, общения с кем-либо, коммуникации. И сформировал четкий вот такой, условно это выглядит как большое количество камней, которые засыпали реку, в которой должен приплыть ваш жених на белом коне, стоящем в лодке. И что вы делаете при помощи СНГА? Вы думаете, что вы взяли жениха и поставили? Нет, нет. Вам необходимо эту реку открыть. И каждое произнесение кодов, каждый обряд — это выкладывание по одному камню из реки. Так вот, камни из реки достанете, а уж после этого нужно ждать, когда он приплывет, чтобы новые камни не образовались. Вот так это все и устроено. Поэтому, скорее всего, зайчики, если вы прошли и ждете волшебного хлопка, нет, эзотерика — это путь, и это работа воли человека. В этом году замуж выйдете? Нет. Василь Луцев, Андрей Андреевич, а мне очень надо. Но это тогда вопрос не ко мне.